В ходе республиканской экологической акции «Таза Казахстан» выпускники школ внесли свой вклад в челлендж посадки деревьев. В мероприятии также активно приняли участие ученики многопрофильной школы гимназии номер 3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау. Ученики 11 класса многопрофильной школы гимназии номер 3 имени Малика Габдуллина активно занялись посадкой деревьев на территории школы. Один из будущих выпускников – Диас Акылбай. Он верит в то, что ряды ив, которые они посадили, каждый год будут пополняться молодыми саженцами. А будущее поколение выпускников превратят это место в огромный сад. Думаю, что этот челлендж очень хорошая возможность для будущих выпускников, для учеников 9-11 классов. Это традиция, которая передается из поколения в поколение. Я считаю, что мы не только сажаем саженцы, но и вносим большой вклад в очистку воздуха. Это хорошая возможность. Я получил большое впечатление, потому что проучившись здесь 11 лет, я оставлю свой след. Также считаю, что это пример для подрастающих поколения. В многопрофильной школе гимназии номер 3 имени Малика Габдуллина есть своя традиция – аллея выпускников. Ежегодно ученики 11 классов сажают деревья. По словам директора школы, такое важное мероприятие дети ждут с большим нетерпением. Состоялся челлендж выпускников по посадке деревьев. В нем принимали участие выпускники 3 классов. Подобное мероприятие проходило и в прошлом году. Эту акцию наши ученики ждут с нетерпением каждый год. Цель данного челленджа – экологическое образование, уважение и почтение к школе. Они показывают пример будущему поколению. В этом году многопрофильную школу гимназии номер 3 имени Малика Габдуллина заканчивают более 56 выпускников. Мадина Яхудинова, Самал Искакова, Алмаз Садвакасов, Кукши Акпарат.